Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал ему ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится над другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, вышел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы все оставили и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий, на престоле славы своей сядете и вы, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние
первыми.